Я приветствую вас категорически. И перед тем, как мы начнем наше сегодняшнее вещание, я хотел бы буквально сказать пару слов и начать с предостережения. По долгу службы я часто бываю за рулем, у меня огромный стаж вождения, больше 23 лет, я водитель первого класса. И практически все свое рабочее время я провожу за рулем. И я наблюдаю то, что происходит вокруг. Буквально сегодня я совершал небольшую рабочую командировку. И я хотел бы сделать акцент на следующем. Впереди у нас очень хороший праздник, один из самых светлых праздников. Он никаких параллелей не проводит. Это просто хороший семейный праздник. Дорогие мои, я хотел бы, чтобы вы отдали себе отчет в том, что куда бы вы сейчас ни торопились, вот эта спешка, она не стоит вашего здоровья, здоровья тех людей, с которыми вы находитесь на дороге. Ваше здоровье ценно не только для вас, но и для людей, которые вас окружают. Я вас просто заклинаю. Посмотрите на все это со стороны. Какой вред вам может принести банальная спешка? Я все прекрасно понимаю. Сейчас все головы забиты мандаринами и салатами оливье. Но я прошу вас, будьте бдительны. Снизьте скорость на 2, 3, 5, 10 км в час. Дайте дорогу тому, кто едет быстрее. Будьте умнее, будьте мудрее, приедьте домой целыми и невредимыми. Вот наша основная задача. Давайте мы все вместе сделаем мир счастливее. Я рассчитываю на вас. Берегите себя. Теперь непосредственно к нашей теме. С нами сегодня старый друг. Это старший Дюма. 32 номер. Пока есть свободная минутка. Пока мы ничего не тестируем. Кстати сказать, в скором времени к нему приезжает очень достойная компания. Очень достойная. Будет, ну, может быть, не совсем многочисленный, но очень такой яркий, колоритный коллектив. Граждан как Французской Республики, так и страны Туманного Альбиона. Поэтому, к счастью, у нас будет возможность пощупать новеньких участников клуба. Кому за 100. Итак, сегодня с нами Дюма, 32 номер, старая французская бехвостая брива. Чем хорош старый друг? После долгой разлуки вы всегда ему рады. Вернее, даже не так перефразирую. Даже после долгой разлуки вы всегда ему рады.
заметил такую очень интересную вещь. Несмотря на то, что бреюсь каждый день, ну и достаточно продолжительное уже время, вот каждый день для себя открываю какие-то новые грани, новые возможности по поводу там техники и ее применения при бритье. Вот сейчас какие-то такие, твоя рука таким образом встала, такие касания практически невесомые. Остроты хватает. Отрицательных воздействий на кожу нет. Можно по несколько раз на одном участке проходиться безболезненно. Скоро даже забуду лицо намылять. Так, оно все будет легко и непринужденно.
Все именно так, как должно быть. Вот. Просто шикарно. Как говорят наши одесские друзья. Станислав, Александр, Влад, друзья. И не только одесские. Почти все. Скажите, булочка с изюмом. Кекс!
Идет мужик по березовой роще. Смотрит, девочка висит на дереве, вцепилась зубами за ветку. Он у нее спрашивает: девочка, что ты делаешь? Она ему в ответ: сок пью. Вот и все. Почему две тряпки, спросите вы? Одну я вытираю, она влажноватая, вторая абсолютно сухая. Дорогие друзья, спасибо за внимание. Еще раз я прошу вас, будьте бдительны и знайте, что вас ждут дома. Приятного вечера. Пока.